Гитфон на связи. Если вдруг кто-то пропустил новость о боевых задачах декабря, то значит это видео про возможность на халяву получить прям эсминец вампир станет приятной неожиданностью. Ведь, как известно, на халяву и уксус сладкий. Но вот только это все в теории. А вот в этом видео я расскажу на практике, стоит ли данный корабль того, чтобы стремиться получить его. Но сделаю я все это после коротенькой рекламы. Нужны бесплатные дублоны? Тогда качай приложение и получай их. Ссылка в описании. Используй промокод и бонус твой. А начнем с констатации факта. Это чудо можно и купить в магазине, но вот только не стоит вставать в очередь за ним. Хотя бы потому, что цепочка боевых задач на него может быть выполнена даже в кооперативе и в операциях, где набитие урона, победы фрагов даже не вопрос одного дня, а пары-тройки часов спокойной медитативной игры. В итоге в вашем порту появляется вот этот малыш со слотом под руководством шестиперкового кэпа, которому довесят койку в вашу казарму. И тут я даже теряюсь в мыслях в попытке дать оценку данного события. С одной стороны, боевые задачи простые, хотя с другой стороны, конец года, и если вы сейчас физически не можете найти время для развлечений из-за завала на работе или сессии, то и бог с этой халявой, даже с такой простой. Сам с трудом верю, что говорю это, но расцените сами, это песочный прем нации, где веточных эсминцев мне не видится еще очень долгое время, а значит прокачать на нем кэпа, конечно же, не получится, и даже особый камуфляж с бонусным опытом тут не пригодится, ведь нафига нам в принципе прокачанный кэп в этой ветке. Фармом серебра на вампире тоже не заняться, потому как даже очень удачный бой в песке по заработку меркнет на фоне обычного боя на среднем уровне, так что понадобится он если только ради фана и забавы. И тут, так как все очень специфично, ввиду разных предпочтений игроков, дам короткий обзор корабля, дабы вы могли сами точно понять и оценить, а нужен ли вам вампир. Это не имба, говорю сразу, но и не кактус, ведь в песке корабли все плюс-минус достойны друг друга. Интересных особенностей в нем в принципе нет. Если раньше за таковую можно было считать подробный пуск торпед, но это могло заролять только лишь во время релиза данного корабля, а с его момента прошло очень много времени, за которое появилась целая ветка с этой фишкой. Появились немецкие песочные эсминцы, которые могут пускать подробно торпеды даже в нос. Потому сейчас лично я вот в этой фишке чего-то крайне необычного, не нахожу. Тем не менее, играть на нем, конечно, в целом приятно. Один из самых толстых артиллерийских эсминцев уровня, с высокой дальностью стрельбы и долгими дымами, как у Кэмпбеллтауна и Викса, что в целом дает нам приемлемый высокий ДПМ на фугасах в достаточно комфортных условиях. Ведь если вдруг что-то пойдет не так, всегда можно оттянуться и спокойненько поливать противника в дымах и в безопасности. Эта универсальность отчасти влияет на комфорт в игре. Одно но, и это минус, 102-миллиметровое орудие, которым в большинстве своем оборудованы эсминцы третьего уровня, имеют в целом не больно высокое пробитие, потому сжечь линкор у вас, скорее всего, не получится. Для этого банально должно очень сильно вести. Вам вести. Но как и у любого другого эсминца, тут есть торпеды, причем вполне себе серьезные. 6-километровые с высоким уроном. Вот жаль только, что торпедные аппараты перезаряжаются долго, целую минуту. Что для одноклассников явно не дотягивает, да и труп-то всего лишь 3. Эта информация ставила бы крест на возможности реализации торпед в принципе, ведь маскировка корабля имеет слишком небольшую разницу с дальностью хода торпед – 300 метров, причем в худшую сторону. Потому в попытках сохраниться и затащить, делая инвизный пуск, иногда можно будет наблюдать следующую картину, когда потенциальный фраг выживает только за счет того, что вы не рискнули подойти немного ближе, потому как еще не успели прокачать перк на маскировку, с которым торпедное вооружение, конечно же, станет несколько злее и эффективней. Только качать его нужно долго. Но при всем при этом стоит помнить, парни, это же песок.
Чаще тут линкороводы еще не научились толком играть, потому количество рельсоходов зашкаливает. И это порой приводит к тому, что удается загнать аж целых 3 торпеды с веера, что, конечно, круто поднимает ДПМ. Вот только вопрос в том, часто ли вы встретите таких вот рельсоходов. Хотя, если нет, то всегда можно вспомнить, что главное вооружение данного корабля — это все же артиллерия. В итоге, я не могу сказать, что корабль мне не понравился совсем. И это не потому, что халявному коню в зубы не смотрят, а потому, что в целом он сбалансирован для уровня. Но лично я не хочу в него много играть. Весь песок само по себе это безумие для меня, без зачетка командного взаимодействия, что не больно-то нравится. А потому, лично для меня, ценность данного корабля минимальная, и взял я его только ради коллекции. В итоге, это 192-й корабль в моем порту. На этом все. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, многие ли из вас уже получили данный корабль. Напишите, что вы думаете о нем. Мне вот очень интересно узнать ваше мнение. Кроме того, напоминаю, что боевые задачи заканчиваются 20 числа, потому если вдруг среди вас есть те, кто еще не получил данный корабль, но очень хочет, то поторопитесь. Я ж заканчиваю. Призываю вас поддержать создание видео своей оценкой и подпиской на канал, если вдруг ее у вас еще нет. А если вдруг вы хотите смотреть мои видео первыми, то активируйте колокольчик. На этом все. Удачи и пока-пока. До связи.